Віктор Григорович Савченко, видатний український боксер, заслужений майстер спорту, дворазовий призер Олімпійських ігор, чемпіон СРСР, Європи і світу. Народився 17 вересня 1952 року в селищі Атамань Гничицького району Херсонської області в родині робітників. Молодший з 5 дітей в родині. Півтора роки втратив маму. У 1959 році батько перевіз дітей у Дніпропетровськ. Після школи Віктор працював токарем і слюсарем. У спорті починав з фехтування, але потім закохався у бокс. Закінчив Дніпропетровський інститут фізичної культури. За фахом – тренер. Був народним депутатом України другого скликання. Ректор Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Професор. Одружений. Донька Олена – лікар. Онук Віктор – економіст. Неймовірно пишається роботою в академії. Мріє про великий спортивний центр у Дніпрі. Вітаю, з вами проект «Пані та панове». Мене звати Ольга Владимирова. І сьогодні, як ми і обіцяли, у нас друга серія зустрічі з паном Віктором Савченком. Тому що їх може бути 5, 10, 20. Ця людина просто кладезь історій. Ну, в принципі, якщо вас називають легендою радянського українського спорту, ви ж не проти, правильно? Ну, как скажут. Я думаю, что да, что-то мы свой вклад сделали. Живая весомый. Легенда. Живая легенда. Спасибо. Легендарный спортсмен и уже легендарный ректор, боксер, дважды призер Олимпиад. Мы об этом говорили с вами в прошлой серии. В чем привлекательность бокса такая? Мы знаем, что бокс собирает массу людей. Когда с разницей во времени мы смотрим трансляции, да, матчей, у нас их показывают ночью, я знаю, что люди не спят, люди ждут этих трансляций. И даже люди, которые не слишком погружены в тонкости спорта, все равно смотрят, все равно обсуждают. Да? Хотя эти матчи, эти встречи не так часто. Мы знаем, что боксер может готовиться к встрече год, например, да, и сыграть там две каких-то очень крупных. Это профессионал. Да? Да. Это в профессиональном спорте. Вообще вот о боксе, в чем его такая привлекательность, вот по-вашему? Ну, во-первых, это сложно координационный вид спорта, сложно координированный вид спорта. И массовость зрителей, в основном на ответственных соревнованиях, это, конечно, зрелищность. Это ну, зрелищность. Для непосвященного это просто машут кулаками, это махач, это... Ну, знаете, это, понимаете... Как мамы и бабушки часто говорят, зачем вы его туда отправили? Ну, это же бабушки, для того не бабушки. Убьют его там, лицо испортят, там еще чего-то там, да. Для того они и бабушки на лавочках или где там еще, чтобы говорить, что это очень тяжело, да, это... Да, любой вид спорта, профессиональный вид спорта, когда занимаешься профессионально, он... Это непросто. Он большую долю питает здоровье человека. Вот. А тем более такой вид спорта, как бокс, где выходишь в ринг, тебя здесь гладить не будут. Это даже не борьба. Это не тяжелая атлетика. Это не мотоцикл, где много травм и так далее и тому подобное. Плавание, тяжелые виды спорта, да. Но здесь выходишь, и тебя... Даже шахматы сложные даже вид шахматы, спорта. Да. Интеллектуально, да. Здесь выходишь, и тебя выходит напротив противник, выходит тебя бить. И ты тоже должен стремиться к этому в обязательном порядке, чтобы выиграть. Доля непредсказуемости большая в да, каждой конечно. Игре. Да? Даже если ты каждая изучил секунду. Противника, ты посмотрел все... Посмотрел противника, даже если ты сильнее противника, или противник намного сильнее тебя и так далее, одна секунда может решить все. Это щелк, незаметный нокаутирующий удар, и все, и до свидания, понимаете? А бывают даже летальные исходы. Угу. А бывают и судейские непредсказуемости. Бывают какие-то судейские непредсказуемости, да, потому что, понимаете, визуально смотрят 5 судей, и кто как, и различные там подводные камни тоже. За что вы любите бокс? Ну, я не знаю, я с детства просто влюбился в него. Вот. Ну, во-первых, потому что это, ну, скажем, да, каждый пацан хочет себя защитить, хочет быть сильнее, да, мальчик особенно, да, хочет быть сильнее других, вот, хочет быть ярче, хочет быть чемпионом, скажем так. То есть это такая маскулинность ярко выраженная, да? Да, вот. Ну, я скажу, что когда я начал заниматься боксом, меня в школе очень уважали, хотя я был маленький, вот, но потом же я подрос немножечко еще, да, вот, и в школе там
На стрелке вас не брали с собой для прикрытия? Нет, на стрелке меня не брали, хотя много легенд ходит в 70-х, 80-х годах о нашей этой амурской мафии и так далее. Вот. Ну, это все балачки, как говорят. Вот. Вам тоже приписывают участие в мафии, да? Это было когда-то, да, в 70-х годах, да, было такое. Вот, хотели приписать. Угу. Но... То есть вами, может, кого-то там припугивали? Приведу Савченко, будешь знать, да? Может быть, да. Ну, автографы у меня, знаете, брали многие, я же не спрашивал фамилию. А могли потом показать, видишь, да, будешь землю. А фотографии были же такие, много фотографий было и в газетах было и так далее. И потом находили это. Это когда были рейды различных комиссий, когда умер наш дорогой Леонид Ильич Брежнев, вы помните, это был 82-й год. Вот, тут Днепропетровскую область так чистили, и все поднимали, что где залежалось. Вот, это и СБУ, тогда КГБ было, и милиция, и другие контролирующие органы. Слушайте, когда ты это умеешь? Ну, бокс я просто полюбил, я влюбился в него за то, что это... Мужик, мужественный вид спорта, вот, и может за себя постоять. Но это же не тот вариант, что сила есть, ума не надо. Нет. Ум нужен? Это не тот, конечно. В чем ум боксера? Я скажу, ну, во-первых, мышление. Ум и мышление. Ум – это у каждого человека присутствует. Вот ну, каждого, у каждого по-разному. У каждого по-разному, вот, и каждый по-разному использует свои возможности, так сказать, умственные, физические и так далее. Вот. Но в боксе, так же, как и в шахматах, так же, как и в других видах спорта, секунда, мышление должно быть. Мышление принимать решения. В том же ринге. Вот. Так же и в жизни. Стратегия. Стратегия принимать решения. Нужно мыслить. Вот, нужно ориентироваться. Но я скажу, что говорят, боксеры, они там, знаете, грубо выражаясь, они дурачки. Я не согласен. Есть же куча анекдотов про боксеров. Ну, все знают. Не только про боксеров. Нет, анекдоты есть про всех, безусловно. Про журналистов я молчу, что говорят. Анекдоты есть про всех. Вот. Ну, я вам скажу, что тот же наш легендарный в прошлом Валера Попенченко, вот, и тогда это были 60-е годы, вы понимаете, он учился в морском училище, вот, он не закончил, не успел, он погиб, трагически погиб в 1974 году. Он был кандидатом наук, доцентом, вот, один из боксеров таких. Вот. До этого был Градополов, правда. Mm-hmm. Вот он журналист, он и писатель, он был хороший боксер был, это был доктор наук. Вот, потом еще некоторые, потом Попенченко стал кандидатом наук. А потом очень много. Ну, у нас в Украине, я пока в боксе один профессор. Мне повезло. Именно профессор, у меня аттестат профессора, именно профессор бокса. В общем, хорошо, я легенды о неумных боксерах сильно преувеличены, все, да? Конечно. Как умных боксеров? Неумных боксеров. Конечно, ну что вы, боксеры нормальные, мыслящие и деловые, и в науке, собственно говоря, и в высших учебных заведениях очень много работает. Великое искушение пойти по параллельной дорожке у спортсмена, когда предлагают примкнуть, да, там, пойти в охрану какому-то уважаемому человеку за большие деньги, да? Или спорт на этом заканчивается, по-вашему? Вы же преподаете, вы же видите ребят, да? Да, я видите, скажу, что моих воспитанников, моих студентов, выпускников, и именно как раз единоборство, и борцы, и боксеры много работают в охранах различных фирм. Много работают. Вот если вы же понимаете, что сейчас пойти на тренерскую работу, это, конечно, престижно, но человек, если он спортсмен был большим спортсменом, вот, да не обязательно большим спортсменом, но любит спорт и так далее. Большинство уходят работать то ли тренером, то ли преподавателем, но многие уходят на другие работы и в охрану, и бизнесом занимаются. Вот. Ну, это жизнь. Как вы определяете, например, годится ли мальчик в бокс? Или не годится? Вот так визуально можете увидеть, так хоп. Вот оператор. Ну, 2-3-5 движений, да. Мы делаем кастинги, проводим кастинги. Потому что желающих много, я так понимаю, да? Желающих много. Но я скажу, что
в зале борьбы, зал бокса, у нас зал борьбы побольше немножечко, там 4 вида борьбы. Начиная от 6-летних, ну и заканчивая взрослыми, да. Постоянно залы у нас забиты. Ну, только время разное. Дети отдельно, ну, мужики, взрослые отдельно. Вот. И в боксе тоже. У нас зал бокса не особо большой, так, но они там работают 4 смены. Мои преподаватели и тренеры. Вот, отбоя нет. Отбоя нет. Вот. А как определить? Ну, если специалист, сразу определишь. Сразу определишь, где кто. Я у Макаровича спросил своего тренера, говорю, а как вы это сам, Сергей Макарович, как вы так? Он говорит, ты, говорит, когда пришел, прошло 3-4 дня, встал в стойку, говорит, можно было подумать, что ты уже где-то занимался. Вот, то есть у меня схватил тоже, сразу. Да, у меня я схватил сразу это дело. И есть такие одаренные мальчики, но кроме того, что ты умеешь все так быстро делать, вот правильно, так сказать, школа бокса, кроме этого нужно еще иметь характер. Иметь волю к победе, потому что раз все умеешь, потом бам, ударчик пропустил, и скис паренек, или девочка, или мальчик. Вот здесь нужно выстоять, выдержать, перемолоть, закусить губу, и далее вперед. Через не воля, могу, да, через воля, обиду. Через не могу, воля к победе, это очень важно. Кто для вас звезда всех времен и народов в боксе? Ой, ну я вам скажу, что, смотря какой был сейчас, профи много. Вот. Ну, был такой, вы знаете, очень известный Мухаммед Али, Кассиус Клей. Вот он и в любителях был олимпийским чемпионом, и неоднократно. Чемпионаты мира, то начали проводиться только с 1974 года. Раньше, Мухаммед Али действительно раньше звезда. Раньше чемпионата мира не было по боксу. А Мухаммед Али, да, действительно звезда любительского бокса и профессионального тоже. Вот. Но в любительском боксе наши советские боксеры тоже очень много их. Лагутин, двукратный олимпийский чемпион, и 3 медали. 1 бронзовая, 2 серебряные медали. Вот Алексей Киселев, наш главный тренер сборной Союза, 2 олимпийские, 2 серебряные медали. Ласло Пап, венгр, 3-кратный олимпийский чемпион. Тевила Стивенсон, уже нет тоже, к сожалению. Молодые в 60 лет поумирали. А профессионалы? 3-кратный олимпийский чемпион. Профессионалы. В профессионалах, конечно, там есть такая кучка, скажем так. Первый – это Тайсон, это танк. Это танк. Кстати, сейчас что-то там промоутеры, такие как Дон Кинг, такие они крученые, как говорят, терминология такая. Они хотят сейчас сделать бой ветеранов Тайсон и Холлифилд. Ого. Они когда-то боксировались, и помните, Тайсон и Холлифилда ухо откусил. Вы на кого поставите? Не знаю. Это, ну, Холлифилд, он режимчик немножко был. Ну, вы не помните, смотрели вы? Он кусочек уха откусил. Да, я помню, ему. Конечно. Это же был жах вообще. Вот. Но это беспредел? Ну, Тайсон, конечно. Тайсон практически, если он до 5-го раунда не завалил, не попал, не нокаутировал, он или очень тяжело выигрывал еле-еле, или проигрывал. Угу. Бывало, что он нокаутами проигрывал. Льюис, очень интересный, симпатичный боксер, который Тайсона нокаутировал, и многих чемпион мира тоже. Эдвард Холлифилд. А вот. Наши? Наши сейчас 2 Кличка, Виталик и Володя, это, конечно, уже другая плеяда, и я скажу, что счастье, что они прошли Тайсона другой дорожкой, потому что, ну, это танк очень сильный. Вот. В боксе нельзя ставить ставки так остро, резко и точно, потому что шальная пуля прилетит не знаешь откуда. Молодые наши. Шальной удар. Вот. Кличко, есть там ряд бойцов. В любителях сейчас оно все перепуталось, все помешалось, так вы знаете. Вот сейчас вот Олимпиада, дай бог, в 21-м году у нас состоится, мы посмотрим. Но любители были очень хорошие у нас вот уже в 2000-х годах. Мы впервые на Олимпиаде, Украина самостоятельная команда, выступила в 96-м году в Атланте. Там у нас было 2 бронзовых призера, и Володя Кличко стал олимпийским чемпионом. Единственный первый белый олимпийский чемпион. Белый. Да. И тогда олимпийская сборная Украины, вся сборная попала в десятку. Из там 200 с лишним стран было. Есть плеяды не только тяжеловесы, вот, а другие помоложе.
чемпионы мира, чемпионы Европы. Вот. Ну, они еще так особо себя не проявили. Еще все впереди. Там чемпионаты мира аж проводятся. Володя и Виталик, они по всем трем версиям были чемпионами. Четыре версии. ВБА, ВБО, ВБЦ и IBF, что-то такое, да? Вот они по всем четырем версиям были чемпионы мира. Это абсолютные. А среди ваших учеников есть звезды? Среди моих учеников профи нет. Ну, любители. Профи нет. Классные любители. А любители, любители у нас есть Ахметов, Рамиль Ахметов, чемпион мира двукратный. Трехкратный чемпион Европы. Вот. Он как боксер, так же и кикбоксер. Чемпион мира по боксу и по кикбоксингу. Вот. И чемпион Европы, трехкратный чемпион Европы. Вот. Ну, из женщин. Сейчас у нас олимпийская надежда есть. Настя Чернаколенко, призер чемпионата мира. И вот коронавирус прервал же наши все лицензионные турниры. Кстати, как вот коронавирус ударил по спорту? Да серьезно. Ну, по учебе ударил. Понятно, как по спорту. Серьезно ударил. Серьезно. Вы же знаете, что негде готовиться. Сейчас мы, у меня Олимпийский центр по инваспорту, волейбол сидячий, ну, все инваспорты, глухие, немые и так далее, и опорно-двигательный аппарат. Олимпийская база у нас в Днепропетровске есть и в других местах. Вот я имею право, мы открыли для инваспорта зал. Члены сборной команды Украины по борьбе, у меня их до 10 человек, 8-9 человек где-то. Вот, члены сборной команды Украины, олимпийцы также, тоже разрешено. Вот, есть гимнасты, которые сейчас тренируются в зале гимнастики. Вот. Пловцы, ну, у нас 1-2 человека, они на базе, на базе в Киеве тренируются. Вот. Ну, дай бог, чтобы закончился этот карантин, коронавирус и так далее. У нас 10 человек моих студентов, 8, нет, больше, чем 10, 8 борцов. Это вольная и классическая борьба, вольная и греко-римская борьба. Должны бороться за лицензии. Вот Настя Чернаколенко по боксу должна бороться за лицензию. Вот, потом два легкоатлета и пловец. Давайте про ВУЗ поговорим. По-моему, это ваше любимое. Это моя альма-матер. Сколько вы там ректор? Альма-матер. Я ректор 23 года, с 97 года. Не надоело? Да нет, слава богу. Нужно работать, нужно работать. И работать среди молодежи, я вам скажу, это прелесть. Понимаете? У меня хороший трудовой коллектив, вот, хорошие студенты. И работать с молодежью, глядя на них, сам себя чувствуешь в тонусе. Вот, и самому нужно тренироваться. Что я и делаю пару раз в неделю. Вот позавчера в среду тренировался, но сегодня постараюсь. Вот, я скажу, что я, конечно, весьма очень благодарен своему предшественнику Виктору Павловичу Шаповалову, царство ему небесное, который как чувствовал, он прочувствовал, мы с ним, ну, он руководителем был, он был деканом факультета сначала, потом ректором с 50-го года, он 17 лет был ректором. Он передал жезл мне. Но когда я закончил с большим спортом, он мне задал вопрос: Витя, что дальше? Что думаешь делать? Это же был 80-й год, 79-й, 80-й. Я говорю, да не знаю, ну, буду в спорте, но я еще не знаю. Есть приглашение города возглавить, горспорткомитет, есть приглашение областной совет «Авангард». Он говорит: Витя, ты там будешь чиновником. Вот. На те должности, на ту должность. Там может быть и металлург, чуть-чуть занимающийся спортом, и сельхозработник. А здесь, в ВУЗе, ты специалист. Ты специалист своего дела. Вот. И пускай кто-то зайдет в зал бокса, в зал борьбы, или другой спортивный зал, а в зал бокса пусть зайдет и скажет, что ты что-то показал неправильно. Пусть сделает по-другому, если это будет верно. То есть ты здесь специалист, и ты должен работать. И я сейчас преемник того, что
у нас в стране, в нашем государстве, должны на всех должностях, особенно министры, должны быть специалисты дела своего, понимаете? Если он министр образования, он должен быть с образованием. Если он министр здравоохранения, он должен быть в обязательном порядке связан с медициной, и не просто так шапочно, а глубоко. То есть хорошо бы, чтобы спортивный менеджер был спортсменом сам или изучал отдельно спортивный менеджмент? И спортивный менеджмент, и должен быть специалистом спорта, должен сам укусить эту булочку, да, вот этот кусочек, вот, и знать, откуда растут ноги, извините за выражение, за такое выражение, вот, и как с чего начинать, и как чем заканчивать, вот, и как управлять, в общем-то, спортом. И он мне сказал, ну, я еще тогда был на ставке спорткомитета СССР, а в 82-м году, 1 марта, я написал заявление и пришел старшим преподавателем на кафедру бокса, борьбы и тяжелой атлетики. Вот, потом исполняющим обязанности кафедры меня сделал, мне было 29 лет. Я еще тогда вроде самый молодой заведующий кафедры был в Украине или в Союзе. Через полгода... Вы единственный профессор, самый молодой завкафедрой. Да. Через полгода меня провели по конкурсу на ученом совете. Провели по конкурсу на 5 лет заведующей кафедры. Так я проработал 15 лет заведующим кафедрой. Потом я 94 по 98 был народным депутатом Украины. Вот, принимал законы, принимал конституцию, принимал закон о спорте, закон об образовании, вот, и так далее. Ну, и был на полставки заведующим кафедрой. А потом я еще был народным депутатом. Виктор Павлович передал мне жезла. Что больше всего нравится в работе, вот, в преподавании? Что нравилось? Мне все нравится. Если ты специалист своего вида спорта, бокса там или единоборства и так далее. Вот я больше владею этим вопросом. Бокс ближе, да? Я больше владею этим вопросом я владею безукоризненно. А как удается не перетягивать одеяло бокса? Как удается не отдавать приоритет боксу и борьбе? Там же есть еще много других видов спорта, да? Нет, мы в этом плане... Тут надо очень деликатно. Мы в этом плане относимся к этому вопросу деликатно, с профессиональной точки. А то же будут говорить, конечно, у Савченко только... там нет, боксеры нет, в приоритете. Такого нет. Такого нет у нас. Вот, я скажу, что материально-техническая база у нас на всех кафедрах отвечает всем уровням. Вот, все кафедры имеют свои специализированные залы. Вот, грибная база у нас имеет канал, у нас имеется водно-спортивная база. Вот, все гимнастика, плавание, бокс, борьба, тяжелая атлетика, спортивные игры, все. А вот. Чего не хватает вузу? Чего бы хотелось бы? Мечта ректорская. Значит, вузу, ну, сейчас это мы планируем, сейчас, видите, этот коронавирус, меняются министры и так далее. Ну, мы не критикуем, давайте о мечте, вот мечта, конечно. Я имею в виду, что все упирается, вся работа, все ремонты, вся стройка, которую мы планируем, упирается в финансирование. Ну, понятно. Финансирование. Я хочу и сделаю это. У нас один легкоатлетический манеж в городе. Это он в вузе у нас. Он ремонта не имел уже очень много десятилетий. Вот. У нас были два открытых бассейна. Сейчас у нас закрыты 25-метровые. Еще два открытых были, которые в 90-м году еще пришли в негодность, когда стал развал Советского Союза, при Виктор Павлович. И при этом наша Ярослава Могучих бегает, да? Без манежа? Нет, манеж у нас есть для тренировок. Но один. Для тренировок, потому что он нестандартный, там 150 метров дорожка, а минимум европейский стандарт должен быть 200, даже не европейский, а мировой стандарт, 200 метров. Вот я надеюсь и планирую, есть место у меня на месте этих бывших двух бассейнов, и еще есть там хорошая площадка, где можно построить летний стадион или... Или манеж. Сейчас вот. Или нужно отремонтировать вот этот. Туда нужно не менее 30. Трудовые резервы, олимпийские резервы, олимпийский центр. Не ревнуете? Трудовые,
Да нет, ничего ревновать, это спорт, такое дело. Ну, его передали на баланс, он на балансе местных властей, на балансе облсовета. Его отдали нашему высшему училищу Олимпийского резерва. Ну, собственно говоря, вот, там, это Михаил же... Михаил Наумович Лельщицкий. Тоже ну, это же спорт, ваше, конечно, да? Конечно. А важно, что вот дети, да, которые к вам приходят, студенты, важно, что они начинают на хорошей базе, сразу в хорошем зале, там, на хороших ну, конечно, дорожках. Ну, конечно, да? условия всегда способствуют достижению результата. То есть это будет говорить о том, что больше будет желающих к вам. Конечно, идти, да? Больше будет желающих, и условия для спорта, и для восстановления, для реализации своих намеченных. Набор большой в ВУЗ? Конкурс большой? Ну, я скажу, что режут у нас и режут. И не только у нас режут, во всех ВУЗах. Вот в этом году мы планируем, у нас был выпуск, уже мы выдадим, я подписал 180 дипломов. 180 дипломов уже. Это выпуск во всем ВУЗе? Да? В ВУЗе, да, специалисты и магистры. Вот примерно мы к этому планируем набор. Вот сейчас у нас на физическую культуру и спорт нам запрограммировано 80 человек, но это мало. Я буду ехать к новому министру, просить еще минимум человек 30. Ну, у нас большой город, плюс еще из области едут поступать. Да не только, у нас в 5 областей едут там поступать. У нас Приднепровская академия, когда был еще институт, у нас Днепропетровская область, у нас там в Донецке не было, Луганская область, Крым был наш, Херсонская область, Запорожская область. 5 областей. То спрос большой. Вот, в общем-то, да. Спрос большой. Но идут на спорт, идут большие спортсмены, и иногда не всегда удовлетворяешь потребность, которую бы хотелось. Вот. У нас прием по 4 направлениям. Это спорт, физическая культура и спорт. Вот, потом фитнес, рекреация, да, ну, это в гимнастику входит. Физическая реабилитация. Угу. Вот. И среднее образование. Реабилитология тоже у вас есть, реабилитация, да? Реабилитация у нас есть. Эрготерапия. Орготерапия и терапия. Но это терапия сейчас, и орготерапия. Это сейчас, знаете, в попыте. Это не только сейчас, я вам скажу, что у нет, нас... необходимость есть всегда, но специальность сейчас приобретает мы, огромную мы принимаем, нам дают 10-12 мест, но мы хотим туда, я буду просить больше, до 20 мест. Контрактные только, да? Нет, не только. Бюджетники контракт. Есть? Бюджет, это бюджет нам дают. 10-12 мест бюджета. Угу. Контракт у нас еще там процентов 40-45 до 50. Ну, спортсмену без реабилитолога нельзя, да? Конечно. Это такая конечно. Пара. Там конкурс самый высокий. Угу. Там у нас подача заявлений до 30 человек на место. Ничего принимаем, себе. Ну, человек, угу. Да даже больше. Угу. В прошлом году было где-то 5 человек на место, наверное, 50. Угу. 50 заявлений было, 10 человек прием. Вот. Это очень важно. Сейчас новый министр, исполняющий обязанности, но специалист, слава богу, специалист, ректор Черниговского университета, Национального Черниговского университета. Вот. Ну, сейчас попустит немножко, поедем. Будем бороться. Поедем кланяться, да, поедем бороться. Просить, будем бороться обязательно. Какие самые сложные годы были в образовании, вот, ну, в вашей работе в ВУЗе? Да я не сказал бы, что сложные, они все сложные, собственно говоря. Все время бороться да, приходят. Да, они все сложные, все время бороться приходят, и бороться приходит по вопросу финансирования, потому что сейчас у нас на этот год у нас недофинансирование 6 миллионов. Это коммунальные услуги. Порезали. Вот я буду бороться за то, чтобы нам до конца года, календарного года, а то, что, скажем, чтобы нам все уплатили и отдали нам денежку. С каждым годом в школах, ну и в детских садах тоже к физической культуре относятся все хуже и хуже. Это сказывается? Сказывается, конечно. Сейчас, слава богу, мы принят закон, и мы отстояли Министерство спорта и молодежи, и, в общем-то, все наши спортивные общества отстояли, что в школе проводится 3 раза в неделю уроки физической культуры. Ну, учителей же сократили было до 1 раза, 2. Угу. 3 раза минимум должно быть. 3 раза минимум. В странах Западной Европы, я вам скажу, там во всех странах ежедневно физическая культура.
Надо культивировать. Надо и в дошкольных учреждениях тоже. В детских садиках, ясли, это маленькие дети. В детских садиках. Надо обязательно. Обязательно. Просто надо уличную физкультуру культивировать заново. Раньше же, как это было? Зима, залили коробку, да? Вы же понимаете. Лето, побежали в футбол играть. Понимаете, я вам скажу, что 30 лет назад, больше, 40-35 лет назад, да, массовой физической культуре в Советском Союзе, уделялось очень большое внимание. Выделялись колоссальные финансы. Это все было под профсоюзом, там и под другими организациями, под «Динамо», внутренние войска и так далее, вооруженные силы и профсоюз. Колоссальные финансы выделялись для спортивных площадок, для строительства спортивных залов, залов, комплексов и так далее. Все спортсмены... Ну, плюс были поощрения, да, ГТО, там разные там эти самые, ну, да? Такое поощрение, а самое главное, ну, что было... Ну, вузы же брали, если ты спортсмен, да? Смотрели на тебя другими глазами. Ну, вузы сейчас берут, если ты спортсмен. А сейчас ЗНО, равно, как же они будут брать в вуз? Ничего, все равно. Берут? Нет, ЗНО-то сдавать нужно по-любому. Не, ну, раньше смотрели по документам, о, там плавает, а нам надо. Мы так, тоже смотрим на это. Мы на это тоже смотрим, ну, вы, да, на спорт, что плавают или боксируют. К вам-то боксируют. Идут спортсмены, а вот в университет, например, приходит, а ну, нам нужно за факультет выступать, правильно? Раньше да. же это ценилось. Сейчас тоже ценится. И на Западе-то, в каждом вузе есть своя команда какая-то, да? Конечно, это у Югослава, у американцев в фаворе, везде баскетбол, спортивные игры очень. Это, там целые команды вуза, которые составляют сборные команды Соединенных Штатов, сборные, в Югославии очень сильные в баскетболе, в Европе, вот, да и другие страны европейские, Виктор и Григорьевич, Штаты. Для вас, если не бокс, вот представили, не бокс, то что, какой вид спорта? Да я думаю, что понял бы в других единоборствах тоже. Борьба? И в борьбе, но... Ну, я сейчас вот смотрю на наших борцов уже, те, которые у меня работают, да, вот, и вообще на борцов... Но мне больше импонировало самбо и дзюдо. А такие, как вольная борьба и греко-римская, она называлась классическая борьба, как-то мне особо не импонирует. Ну, во-первых, поломанные уши у всех. Вот. Ну, то, что сечения в боксе их еще больше, нежели в борьбе. Вот. Ну, любой вид борьбы я бы потянул, конечно, и тяжелую атлетику тоже, штангу. Нет, то, что выбрали для себя. И в футбол бы играл. Потому что в детстве на Корее жили, мы там, знаете, поселок Строитель такой, да, на Прессовой улице. Улица на улицу, квартал на квартал, туда-сюда, футбол, волейбол. Это все виды спорта, собственно, мы были такие развиты, разнообразные. Но бокс – любовь навсегда. Ну, бокс, ну, я влюбился сразу в бокс и не поменял. Есть видите. Продолжение семейное ваше, нет. спортивное? Нет? К сожалению. К сожалению, ну, нет. У вас же дочь, вы бы не хотели, чтобы она пошла в бокс? Ну, она у меня медик. Она медик, ее спорт не прельстил, что-то. Вот. Она медик, ну, закончила медакадемию нашу, гинекологию. Ну, неделю проработала максимум, и все. И испугалась она всего этого дела, испугалась этой крови и так далее. И потом училась переквалифицировать в Киеве. Она дерматолог и все остальное. Да. Врач, да. А внук? Тоже не Витек спортивный. К спорту тоже нет. Я его привлекал, когда он учился в школе. Он у меня в зале борьбы. Занимался борьбой, физической подготовкой. Но скулил. Скулил страшно. Когда везли его со школы, говорю, ну что, устал? Да, подустал. Ну, сейчас отдохнешь. Ну, нашел отдых. Ну, молодец. Он закончил Тараса Шевченко университет, международную экономику в этом году. Ну, в общем, в спорте насильно мил не будешь тоже, да? Да, там нужно пахать. Там нужно волю, нужно желание, нужно умение. И нужно, конечно... Нужно, конечно, чтобы у тебя было где-то предсказано, что ты... Что это не зря. Что это не зря, да. А у вас было предсказано? Нет, ну у меня где-то проявился мой какой-то маленькая изюминка, маленький талант проявился в боксе. Вот в мои юниорские годы, а потом у взрослых. Вот, это нужно иметь эту изюминку. А был момент, когда хотелось бросить? В спорте, не в ректорстве. Ректорство – это другой спорт. Нет, у меня был один момент,
Это я работал на ЮМЗ. Это еще на заре. Так это как раз уже на заре моего становления. Я имею в виду, становление у меня стало, когда я 17 сентября на свой день рождения стал чемпионом Советского Союза по юниорам в Алма-Ата. А это мне было 19, 17 лет мне было, я работал 16 на ЮМЗ, и я попал под колеса ЗИЛа 130-го. На Восточной проходной, даже солдаты, все, ну, режимное предприятие. И машины солдатики проверяли, а я работал цех мой 57-й, ну, нужно было с километра идти пешком. А я опаздывал уже, хотя ходил на 10 часов, как малолетка. И со мной было таких желающих еще человек 5. И я самый хитрый, думаю, я с торца ступенечки подбегу, открою дверь, и я с торца ступенечки правую ногу поставил на ступеньку, а в окошко, я говорю, 57-й, он, нет, и по годам как дал, и меня, а кузов там выходит за кабину, меня в левое плечо, и мои ноги под колеса попали. Левая нога полностью голень переехала, правую ступню. У меня сразу медсанчасть 56 рядышком, на рентген сразу гипс наложили. Вот. Потом заходит консилиум ко мне. На этом могло все закончиться в спорте, могло, да? бы, но ангелы, которые были там надо мной, меня спасли. Вы верующий человек? Ну, в общем-то... Что-то есть? Да. Суеверный? Да, что-то есть. Так, как все. Как все? Как и все. Как все спортсмены? Нет, ну как все люди. А в боксе есть какие-то такие суеверия особые? Там, ну, знаете, бывает. Как у актеров, там нельзя ронять сценарий. Бывает в любом виде спорта, допустим, легкоатлеты там, или что-то другое. Вот я всегда завязывал первых боксерок левой. Вот я выходил на ринг, я всегда левый боксерок первый, потом правый. Это следили специально, да? Ну так, да, я левая нога что-то первая шла вперед. Заходит консилиум в палату. Там меня положили, сделали рентген. Говорят, тебя машина, мальчик, тебя машина сбила или переехала. Я говорю, переехала колесами. Не может быть. А у меня висят брюки такие вот светлые. Брюки. И следы протектора на халушах. На халушах левой ноги. Говорю, вот посмотрите. Они говорят, ну ты йог, я перелома нет. Он перескочил, как через кирпич. И поехал дальше. Через одну ногу. Тыдык, а правая ступня. Туфель порвался от шнурков до подошвы. И уехал. Парень не видел. Молодой парень. Потом его уже нашли. Он пришел труситься бедный. Ну, никакого заявления не подавал никуда. То есть ни перелома, ничего? Перелома не было. Только ушиб вот этой вот ступни моей. И порывы, это самое, порывы мышц голени. Этот парень вот такая переехал призера двух Олимпийских игр, будущего, даже не знал об этом. Будущего, да. Представляете, а? А может, потом и смотрел, Бог его знает, уже по телевидению. Ничего может, себе. Узнал. Да. И я выбыл с обоймы месяца на 4. Я очень... Болела нога у меня, пока оно все стухло. Ну, тренироваться нельзя все. В таком состоянии. Вот, а ну, сидя можно, но для боксера это... Это, нет, ну я имею в виду физические упражнения, со штангой, ну, и так да, далее, да, тому да, подобное, да. Там пресс качать. Ну вот, а в ринг и кроссы общей физической подготовки, я имею в виду нагрузки для сердца, дыхания и так далее, к сожалению, было у него 4 месяца, я пропустил, но зато, я ж скажу вам, что я стал... по юниорам чемпионом Союза в первом полусреднем весе в 63,5 килограмма. Я очень много гнал веса, килограмм 6 у меня было. Ну, 5 килограмм точно, очень тяжело. Не пить, не есть, это мука страшная, это знают спортсмены, что-то такое. И я 4 месяца не потренировался, и я прибавил килограмм 7. Вырос и прибавил, и так. Пришел к тренеру другой спортсмен, да? Помощнее. Ну, я приходил, то так встречался с Макарычем. Вот. И я сразу перешел в 67 и сразу в 71. Это ну, и рост средний пошел. Вес, да? Средний вес, да. И в среднем рост. Же весе вы закончили, да? Карьеру? И в среднем, во втором среднем я закончил, да. 75 килограммчиков. Вот.
Ну, вот такие вот пироги. Все бывает в жизни, не все гладко. Шероховатости, да и разные препоны. Но выдержал я то, что я не выездной был 3 года. Не бросил бокс, да, и так далее. Да, это тоже испытание. Вот. И травмы, и так далее. Ну, я доволен то, что я остался в спорте, то, что я был в спорте, то, что я в большом был в спорте. Нет. Если бы прожить еще раз, я так бы и сделал. Может быть, некоторые ошибки есть в жизни, как у любого человека. Вот. Что-то исправил бы. Ну, а в целом, я думаю, что у меня отцовское направление было правильно. И... Нас бьют, мы крепчаем. Согласны, да, с этим? Да, согласен. Согласен, да. Спасибо большое. Согласен. Говорили бы, но... Ну, я скажу, встретимся что... еще раз. Конечно. Дай Бог, чтобы Олимпиада состоялась. Чтобы наши... У нас сейчас только в области, собственно говоря, 4 лицензии, потому что все же лицензии коронавирус разломал, поломал все. И то же самое у меня в ВУЗе, у меня тоже 12 человек будут воевать за лицензии, боксеры, борцы, легкоатлеты и пловцы. Вот, будем надеяться на лучшее. Будем болеть за вас. Я вам желаю всего самого наилучшего. Спасибо большое. Будем болеть за вас. Дякую. Спасибо. Вам дуже. Дякую вам за увагу. Це був Віктор Савченко. Легенда радянського українського спорту, професор, ректор Придніпровської академії фізичної культури і спорту і призер 2 олімпіад. І просто дуже цікава людина, з якою дуже цікаво, корисно розмовляти. Мудра, добра, з гумором і дуже принципова, як мені здається. До побачення. Дякую. До побачення. Дякую.